Командор, у нас, наконец, есть местоположение астрономической станции. Станция работоспособна, но мы не можем установить с ней связь. Вы должны добраться до станции и вручную загрузить данные об улье Тиранид. Это позволит нам найти слабое место флота улья. Эта астрономическая станция – один из ключей к победе над тиранидами. С этими данными мы сможем найти слабое место флота Улья. Нужно установить контроль над станцией, пока этого не сделали другие. Астрономическая станция к северу от вас, командор. Зона высадки безопасна, командор. Что-то охотится за орками. Быть начеку. Командор, ворота закрыты. Командор, техножрецы установили генераторы. Они помогут открыть древние ворота в крепость. Кабель приведет вас к генератору. Подвигаемся до совершения. Засада! Укрытие! Что это было?
Очевидно, тиранид. Какой-то камуфляж. Кем бы он ни был, на его когтях кровь нашего брата. Благослови тебя, император, брат. Отлично, командор. Ворота открываются. Станция больше не производит энергию. Должно быть, здесь что-то случилось. Приказ выполнен. Собудьте бдительны. Станцию, быстро! Поспеши. Подвигаемся до совершения захвата. Даркус ждет. Меняю позицию. Я доберу станцию. Приказ вы... Зеленокожие перевернули все с ног на голову. Ты видишь это, технодесантник? Да, зрелище не из приятных. Орки вынули соединительную муфту. Вы должны найти эту муфту. У нас есть координаты зеленых мародеров, командор. Наша цель уничтожена. Только с капотом детей. Продвигаюсь на позицию. Передвигаюсь к новой точке. Всего он у второго механика. Со мной, братья, вперед! Огонь, братья! Чем можем быть полезны?
Уничтожьте механику орков! А вот и мои штурмовики! Злющие парни! Вот они! Убейте этих придурков, парни! Я хочу жить, Джейсика! А вот и муфта! Загрузка данных. Отлично. Соединение со станцией установлено. Получаю данные. Можете переходить к точке вывода, отмеченной на вашей карте. Все в порядке, брат. Командор, я приближаюсь к сканерам ближнего радиуса действия коммуникационной станции. Я засек ликтора и могу за ним проследить, если прикажете. Да, давайте уничтожим эту тварь. Решение за вами, командор. Но мы должны выполнить задание. Братья будут отомщены, Цирус. Это наш единственный путь. Долг превыше мести, Авитус. Все меньшее посрамит нас перед Императором. Зеленая волна готова захлестнуть нас. Наша победа — награда за рвение и ярость. Командор, те данные, что вы получили на астрономической станции, позволили нам обнаружить уязвимое место флота Улья. Флот Улья контролирует одна гигантская тварь. Она находится в самом центре флота. Если нам удастся ее уничтожить, флот рассеется и станет легкой мишенью для наших кораблей. Теперь у нас есть все необходимые компоненты, чтобы нанести сокрушительный удар по флоту Улья, захватившему сектор. Летание ярости прибудет через несколько дней. После этого мы сможем использовать наше новое оружие, чтобы уничтожить корабль, который направляет весь флот Улья. Однако не все новости настолько хороши. Выжившие библиарии сообщают, разуму Улья известно о нашем присутствии. Скорее всего, он бросит в бой свои лучшие силы на всех ключевых позициях подсектора. Вы должны оборонять сектор до нашего прибытия. Ангелос, конец связи.